Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения стратегического сотрудничества с группой Всемирного банка и поддержки этим ведущим международным финансовым институтом реализуемой программы реформ в Новом Узбекистане. В начале встречи вице-президент Антонелла Бассани передала главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Всемирного банка Аджая Банги. В ходе беседы с глубоким удовлетворением отмечен нынешний высокий уровень и плодотворный характер двустороннего сотрудничества. За последние годы наша страна вошла в число крупнейших партнеров банка. Портфель проектов увеличился в несколько раз и в настоящее время превышает 12 миллиардов долларов. Всемирный банк оказывает поддержку в осуществлении важных реформ, нацеленных на обеспечение устойчивости отрасли экономики и социального сектора. С июля этого года в городе Ташкенте начало действовать региональное представительство банка. В качестве приоритетов дальнейшего расширения партнерства обозначены такие направления, как борьба с бедностью, трансформация государственных предприятий и банков, декарбонизация, поддержка вступления в ВТО и другие. Особое внимание уделено программам урбанизации и комплексного развития регионов, модернизации энергетической и ирригационной инфраструктуры, поддержки частного сектора. Состоялся также обмен мнениями по вопросам продвижения региональных проектов. Let me first say that I'm very happy to be back in Uzbekistan. Я очень рада вернуться в Узбекистан. На встрече с президентом мы обсудили различные направления сотрудничества. Я поздравила его с серьезным прогрессом в реализации программы реформ. И мы рассмотрели, как банк может дальше поддерживать страну. Узбекистан является одним из самых сильных реформаторов в регионе. Страна добилась огромного прогресса и имеет четкий план дальнейших реформ. Как я уже говорила, мы привержены того, чтобы Всемирный банк и дальше продолжал поддерживать государство в реализации этой амбициозной программы реформ. Мы также обсудили вопросы в различных секторах, включая образование, развитие сельского хозяйства, транспорт и связи, развитие навыков и создание рабочих мест, а также многие другие направления.